Это мы все по парку гуляем. Всякие карусельки, карусельки. Могут автобус крутится. Еще какая-то каруселька. Че, паровозик поедем? А? А где в него заходить? На паровозике прокатиться. Тут, наверное? Ну, наверное. Он нас уже зовут все. Ух ты. Как раз успели. Оно? Поехали, поехали. Есть другие вагончики, есть такие. Потому что есть еще со скамейками. Cool. Впереди. Hi. О, сейчас поедем с Люсей на паровозике кататься. А он-то куда идет? Он нас до китайской кухни не довезет? Чувак уже выучил, как бы, что говорят тут каждый раз. А, они нас ждали. Машет нам! Все, приехали. Все? Все, хватит? Да. А, Петя хоть на паровозике покатается. Вот красиво так, цветочки какие-то. Сейчас солнце такое лепит. Как бы мне вот так вот снимать. Горочку? Ну да. Вот здесь мы... Я катался, кстати, да. О, для нас дорогу, смотри, перекрывают. Шлагбаумы. Так, вот, да. Вообще, я видел другой паровозик. Да есть другой, со скамейками прям, который, да. И вот такой есть. Я не знаю, куда вот этот ездит. Сейчас посмотрим. Там же видела 5 веток, что ли, написано. А, да? Да. О, куда ты приехал? Это мы, видимо, уже приехали. А, нет, это он сейчас круг такой сделает. Черт. Вот здесь Люся каталась. Супермен. Ты вон на той херне. Да ты вообще везде каталась. На той херне, на этой херне, на той. Ой, такой там, типа... А, ты вот здесь каталась, да? Да, да, это самый экстрим. Человек, куда нас везут? Все, приехали. Все, приехали? Мы опять туда же вернулись. А тут есть пересадка на другой поезд? О, машут нам. Вагоны вожатые. На какой? На той? А вон на оранжевой. А, подожди, что у нас? Пацаны машут. Нет, пацаны не машут, да я как дурак тут еду, всем машу. Здесь могли бы и прибраться. Ну, прибрались, конечно, но какая штука здесь. Красота! На паровозке больше никто, кроме нас, не едет, главное. Мы одни такие. Че этот? Не хочешь на такой горке покататься? Нет, меня туда не пустят. Не пустят? Почему? А я сломаюсь. А, большая? Да. Вот такой вот тут парк. Ну, это маленький кусочек парка, на самом деле он очень большой. Ну, я вроде снимал уже все, что можно. Вон еще вертолетики есть. На вертолетиках хочешь полетать? Я так? Да. Так, куда она подъезжает? Я знаю, на как катается. Где? Да ты каталась на ней, это... я ее снимал. А, это которая апокалипсис. Это которая да, стоит. Да, 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 да. А, Last End называется. О, нам опять дорогу перекрывают, смотри. А они стоят где-то на путях? Кто? Ну, эти вот. А, вот эти, да. Прям по центру, сейчас мы им помашем. Будем как? О, там дядька, все-таки он это. Это не электронный, он его водит. То есть наш поезд. Наш поезд, там чувак сидит. Да? Да.
Ну он тоже, видишь, машет? Да. Все, приехали, что ли? Это получается, не ему машет, а не мне. А я тут так все время отмахиваю. Ну все. Нет, тебе машут. Мне машут. А, так мы круг тупо сделали, да? Да. Слушай, я тут по той же самой дороге, которую перекрывали, я видел там это, со скамейками. Да, другой, я тоже его видел. Да, там приехали. О, уже как бы, видишь, народ подтягивается. Мы же разрекламировали, да. Приехали, та станция Лежайка. Все, приехали.